Я привезу всех и каждого, с вами Бэдди. Мы проходим Ведьмак Дикая Охота. Мы находимся сейчас с вами вот на этой точке карты, возле пристани, недалеко от Оксенфурта. И как мы с вами в прошлой серии назначили план, сейчас мы пойдем по вот этим вот вопросикам. И потихонечку будем переходить на эту плоскость, где у нас три задания. Одно — падение дома Риардон, сайт-квест. Второе задание вот здесь, тоже сайт-квест. Вот здесь интересный городок с, соответственно, открывающимися вопросами по всей территории. И где-то здесь Кривоуха в Этопии, сюжетное задание. То, что связано с Цири и Кейрой. То, что мы, помните, в пещере бродили, и следующим шагом будет здесь. Соответственно, эти три вопросика тоже зацепим. Поэтому у нас сейчас вот эта территория на ближайшем, так сказать, на ближайшей повестке дня. Потихонечку давайте к ним двигаться. Давайте позовем плотву, потому что здесь волки. А мне что-то тратить на них время особо не хочется. Поэтому потихонечку поскачем. Давай, плотва. Погода вроде улучшилась по сравнению с предыдущим состоянием. Так, ну да, здесь понятно дело, что здесь топи, и поэтому здесь всякой тварей полно. От утопсов до волков. И же с ними. Поэтому тратить на них время я особо не хочу. Особого желания на это у меня нет. Так, мы скачем по маркеру зеленому, не по заданию. Так, плотва. Don't do this, please. Thank you very much. Давай. Так, ну где-то должен быть уже на подходе. Да, вот я вижу гнездо. О, тут сгоревшее селение. Да, дюги нет? Как думаете? Давайте намажем сразу. В любом случае маслом от людей. Масло от людей забавно. Но в любом случае такое есть у нас. И вперед. С песнями. Так, давайте поставим картечь. Самому поставим и картечь. Хорошо. Ну еще и ласточку сюда сразу. Отлично, можно сползать. Ну, кто уроды? По-моему, был нехорошие ребята. Вижу. Давайте проверим, кстати, нашу возможность, когда отбивали стрелы прямо того, кто их пускает, да? Нет, его что-то не отбивает. Оп. Ты отхватил? Ну, пиздец. Мне бы наушника выбить. Хорошо. Так, вот на этих неплохо действует такси, мы уже поняли это. Отлично. Ну, как-то так. Так, что мы с них насобираем сейчас топориков опять? Ну давай, у нас запас, в принципе, большой. Прошу прощения за посторонний шум, просто открыто окно, жарковато. Так, пластина, так. Чертеж, меч, ската, эли. Ударные болты, арбалет получше, чем мой. Ну-ка, давай посмотрим. Что там за арбалет я такой нашел? Вот он. Но я не могу им пользоваться, 21 уровень нужен. Ну что, пока пускай лежит, да? Есть не просит. А вот этот 14 уровень тоже пускай пока лежит. Пускай пока лежат. Ну вот, в принципе, и все. Так, эти брони мне надо продать. Да, все, пока нормально.
Все по плану, ребят. Мы идем к следующей точке. По качеству не попадаются места силы, но их надо где-то в таких совсем уединенных, заброшенных местах искать. Давайте сохранимся. И поедем дальше. Так. Вот здесь повсюду элементы как у каких-то битв. Так, кто там такой бродит? Гуль? Там гнездо у вас, нет? Давай попробуем обойти. Но судя по количеству гулей, да. Там у них именно гнездо. Давай посмотрим. Да. Судя по всему, от них мне не избавиться. Значит, масло против трупоедов. Картич. И работаем. Кстати, давайте ради интереса почитаем глоссарий. Может, что-то неправильно делаю с ними. Да нет, против них это только масло. Давай быстро тогда взорвем гнездо. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Я понимаю ваше расстройство, ребят. Да, я помню, в первых сериях гули мне довольно-таки большие проблемы доставляли. Но надо учитывать, что мой персонаж уже более-менее прокачанный, поэтому... Ну и сам я немножко понабрался опыта в игре. Против гулей-то вот точно. Все? А еще же один был. Убежал? Ну ладно, не смертельно. Череп. Ну ничего такого бы, что меня бы сильно удивило. Давай еще. А, вон он бегает. Где ты там? Иди сюда, маленький. Ну что, паскуда? Вот как-то так. Ну, мы назначаем себе новое место. Ну, мы здесь, в принципе, от отпроска к упроску здесь, блин, два шага пройти, поэтому как пойдем потихонечку по дороге по прямой, так и будем двигаться дальше. Оп-оп, там нахер. Причем, судя по всему, какой-то здоровый нахер, потому что он один. Он уходит, а мы подходим. Спрятанное сокровище. Ощущение, что он по моим следам идет. Нужен ключ. У него туманник. Что у нас по туманнику есть? Я уже не помню. Так, лунная пыль, масло и пивен. Лунную пыль, конечно, не хотел бы тратить, тем более, что я не вижу, что он какой-то особо сильный тут. А чё так много звуков, только будто несколько. А ключ? Понятно, нужно искать труп какой-то. Пошли искать какой-то труп. Вот, вот, судя по всему, он у него. Да. Письмо и цветы. Ну, значит, ключ мы будем искать где-то дальше. Не везет, так не везет. Прочитайте найденное письмо, давай. Читаем. Пользуясь мочтё, найдите ценности неподалеку от разбитой двери. Так, а ключ нужен. Пользуясь мочтё, найдите ценности неподалеку от разбитой телеги. Нашел. А вот здесь, наверное, ключ, да? Все понял. Немножко тупанул. Точный болт, кроны, большой рунный камень, марена. Это новенькое.
Давайте посмотрим, что он нам даст. О, тут хороший, очень хороший камень. Используем на следующих мечах. Ну, пока так, я пока взял паузу с точки зрения мечей и всего остального инвентаря. Пока взял паузу. Совсем будем разбираться, когда будет в каком-нибудь большом селении. Так, ну что, ну мы с вами сохранимся. И пойдем по следующей точке. Следующая точка у нас получается вот здесь. Что называется, работаем. Так, какое-то интересное дерево, давайте к нему подойдем. Могильная какая-то здесь могила, да? Лошадь. Дикая. Ой. Давай поможем. Против кого? Так, кто из вас кому помогать-то? Разберемся. Так, лучше с этим разберемся, чтобы он того не завалил. Так, ты один остался. Или вот это тоже бандит? Нет, это вроде наши, да? Хорошо. Помогли случайному прохожему, не зря сюда пришел. Вот что значит, мать твою, нанять слишком дешевую охрану. Спасибо тебе, ведьмак. Не знаю, что было бы, если бы не ты. Твоя охрана сбежала? Не успели, к счастью, мать их-то. Ты же их и порубил. Ха. Они только и ждали, пока мы отъедем от жилья. А ведь я еще сам проверял, хорошо ли они вооружены, паршивцы. У нас против них шансов не было. Как же вы добрались до самого Велена? Здесь сейчас, кажется, не с кем торговать. Здесь есть барон. Может, слышал о таком? И неужели стоит ради него отправляться в такую даль? Если бы оно того не стоило, мы бы и носа не сунули в эти забытые богами края. Зато у нас здесь никакой конкуренции. Вообще. Спасибо за помощь. Возьми. Они должны были это получить, если бы благополучно довезли нас до места. Теперь это причитается тебе. Отлично, сколько там? Но опыт-то понятно, денежек сколько. 20 крон, все, ну издевайся. Кстати, они же торгуются, по идее. Давай с них все пособираем. Все под один день. В любом случае доберемся до какого-то селения скоро. По крайней мере, я планирую. Так, а ты ничем не торгуешь, друг? Милости прошу. Откладывай на завтра. Эй, привет! Мое почтение! Так, ну все, в принципе, мы им помогли. Нам это, кроме небольшого опыта, ничего не дало. Вот это дерево могильное нас привело к этому небольшому соответствию. Совсем небольшому. Ладно, мы идем дальше. Помогли добрым людям. Разве не прекрасно? Так, вот тут что-то мне уже не нравится, обстановочка. Это на сокровище. Или что? Что-то вас тут слишком много, на карте один. Сокровище под охраной кого? Кто там? Отсюда не вижу. Гуль? Вроде гуль. Или кто? Вроде гуль. Ты кто? А, ты Альбуль. Подожди тогда. Давай почитаем. Так, трупоеды и Акси, да? Угу. Давай работать. Спокойно. Ты один, это хорошо. Это всегда проще. Видите,
Когда применяешь правильную тактику, то и совсем не причиняет для тебя каких-то проблем, как был первый, да? Которую я мочил ардом. Так, а что тут меня спрятал? Давай посмотрим. Большой рунный камень, арбалет. Ой, неплохие сокровища, но все это будет посмотреть. Хорошо. Так, давайте сразу наметим себе следующую цель. Тут эти два вопросика. И поработаем с инвентарем. 5% мощный знак. Хороший камень подбираю. Так, у нас тут эти болты что? Так, так, босс с наконечником. 15 секунд, 8 урон серебром. А здесь что у нас? Урон серебром надо забрать. Да, надо ставить. Так, что еще? Перчатки плюс 4. Ну, в принципе, показатели где-то похуже, да? Арбалет еще один. Еще один перчатки. Плюс 13, 12 уровень. Скорое ходение, поэтому я не буду одевать. Не буду на него ничего тратить. А их, наверное, продам попозже. Так, помечаем ничего. Здесь хорошие болты. И вот эти сапоги, минус 3, да? Эти перчатки лучше, чем мои, на один. У меня тут всякие примочки еще, поэтому не будем одевать. Хорошо? Так, давайте поставим какую-нибудь другую бомбу. Место заканчивающееся. Ну что же, идем дальше. К следующему маркеру. Сохранимся. И идем. Так, там на бережку какое-то селение и два знака сразу, причем. Спрятанное сокровище. Кто-то же вылезет по-любому сейчас. Так, я вижу труп там лежащий. Мне нужно будет плыть куда-то, 100%. Я вон там уже вижу двух плавающих. Давай проведаем. Что тут? Неотправленное письмо. Давай. Читаем. Хорошо. Ну, как я и говорил, нужно будет поплавать. Ну что, поплыли тогда. Ставим арбалет. Новых там. Чего-то всего разного. Быстрей! Фух! Последний момент, что называется. Вильнский меч, Игний, Горваль. Хорошие вещи нашли. Неплохие. Последний момент, блин. Я его убил. Что за пристань любовников? А что такое? Что-то можно собрать? Тут всякая лабуда. Ну, давай, всплывать. Так, кто там? Люди, нет? Нет, чудики. Давай посмотрим, что мы взяли. Горваль плюс 11. Лунный клинок. Ну, тут неплохой, его можно, в принципе, ставить. Он стальной. На него можно поставить неплохие камни, которые я уже накопил. Но пока этого делать не будем. Пока покупим его. Так, ладно, пошли сразу. А, ну опустившееся селение. Соответственно, мы сейчас... Нужно просто его зачистить, да? Давай, а кто там? Там утопцы, по-моему. Или не показалось. Причем такая не очень удобная арена для битвы. Да, утопцы. Давай. Кто у нас тут трупоеды? Давай потихоньку их подвысекать. Ну что, паскуда? Давайте на более свободное пространство.
Ты следующий? Давай. Хорошо, идем. Остался это один друг, и зачистить население будет у нас. Ему пофигу, мы, ладно, я с ним поем. Ну, как-то так. Ну, я не скажу, что по всем вот этим вопросикам, которым последние с вами две серии идем, что-то новое, интересное, да, мы находим. То есть в основе своей это зачистка селений, опустевших, или зачистка гнезд чудовищ. Ну, что называется, в этом заключается ведьмачья работа. В этом заключается получение опыта. Так, ну все, здесь что-то интересное появилось, нет? Какой-нибудь квест или еще что-то. Нет, только возможность посмотреть, как девушка моет пол. Ну, еще что-то нужно, не нужно подобрать. Ладно. Давайте отсюда. Кто-то меня звал? Да не за что, вот это приятно. Дай дорогу. Вот это уже приятно. Все, все, ладно. Кто там? Слушай, чувачки, я это место зачистил. Ладно, ладно. Ладно, все, ухожу. Ухожу. Все, все, ухожу, это уже что-то слишком много. Все? Убежал? Убежал. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас теперь дальше. В принципе, что могу констатировать, что вот эту территорию мы довольно-таки неплохо зачистили, это раз. Теперь, по идее, нам с вами пойти бы вот сюда. Да? Наверное. Давайте сюда же выходим. Так, лошадь тут не будет, поэтому мы пойдем по мосту, тем более, что он здесь имеется. Так, все, солдаты успокоились. Просто забываю периодически, перед тем как брать, осмотреть, нет ли там солдат. Хотя иногда что-то подбираешь, без проблем. Иногда что-то подбираешь, возникают проблемы. Так, пацаны, можем мне тогда, да? Никто не против? Судя по всему, нет. И это хорошо. Пошли тогда галопом по Европам. Да, все верно. Просто интересно, вот эти дома. Есть смысл осматривать, нет? Есть тут что-то интересное. Он вообще не входной, по-моему. Ладно, тогда пошли сразу к точке интереса. Лагерь бандитов. Ну что, будем зачищать? Давай. Тут масло против людей у нас. Так, ну в принципе у нас все правильно стоит. Я пришел вас убивать. Лучников многовато. Ладно, пошли с ними разберемся сначала. Хорошо, остался ты один. Ну, как-то так. Когда знаешь, как с ними бороться, проблем вообще не доставляет. Поэтому, в принципе, вот эти все вопросики закрываем без особых проблем. Так, здесь где-то пчелы. Мне мешали немножко. Видите? Кусаются. Где они? Все, вижу. Так, а что вы мне вообще, в принципе, приготовили, чудики? Чудики. Кус...
Ну, в основном алхимические узмочку, карболит на всяких примочек. Да, посмотрим, что мы там за арбалит взяли. Ну, вес потихонечку у меня приближается к максимальному. Так, тут арбалит хуже, я взять не могу, это, соответственно, тоже взять не могу. Поэтому пока по арбалитам так. Ладно. Пошли к следующему вопросику. Так, а вот это что, у меня здесь не закрытая территория? Я здесь был, что ли? Ну-ка. Я, получается, там был и оттуда ушел, да? Или я путаю? Давайте сохранимся. Почему у меня здесь маркер открыт? Они мне что, были не по силам? Я сомневаюсь в этом. А, здесь надо куда-то в пещеру идти, да? Да. Здесь нужно идти куда-то в пещеру, но непонятно где. Давай искать. Я бы хотел вот туда попасть. Через какой-то подвал. И через что? Давайте оббежим на это место. Потому что местечко-то интересное. Я его еще и заморозил, не так, блин. Непонятно для самого меня. Так, входа нигде нет, соответственно, вход должен быть через какое-то. Через какое-то подвальное помещение. Прав, Янель? Черт подери. Прав я или нет? Посмотрим, что здесь. Сгоревший дом и все, да? Входа нигде нету. Зеленую плесень подобрал, там молодец какой. Что, ну я хоть убей, не понимаю, как туда спуститься. А, вот нашел, все, отлично. Давай. Хорошо. Так, они за мной, нет? Да не, они побоятся сюда спуститься. Не, они побоятся. Ух ты, блин. Надо его закликивать, это могут быть проблемы в таком тесном помещении. Ключ из сундука сокровища, снятая записка. Давай прочитаем сразу эти надписи. Читаем. На паузе, ребятушки. Так, соответственно, где-то там нужно будет найти. Хорошо, еще один арбалет взяли. Все это гнездышко мы опустошили полностью. Теперь в этой деревне нам нужно найти место вокруг погреба, где укрылся умерший. Давай посмотрим. Самое главное, интересно, что он там скрывает от нас. Ну вот я, ведьмачек, чуть ее использую. Только не вижу места, где он укрылся. Кстати, эти места я не подбирал. Так, ну давай побегаем. По краешку. Где-то здесь, что ли, укрылся? Я записку, конечно, прочитал так мельком. Давайте-ка еще раз прочитаем. О, стулья сена, как я и думал. Вот оно. Просто надо внимательно читать записки. Ух, какие-то хорошие вещи. Давай посмотрим, что за кераса такая. Но тяжелая по-любому, капец. Ну, она очень хуже, чем моя показательная. Но тяжелые ужасы. Просто ужасы. Хорошо, выполнили еще одно задание.
Причем я не думал, что мы его выполним. Так, ну пошли сюда тогда. Потому что такой отдаленный вопросик. Оставлять его не хотелось бы. Ну что, я думаю, к следующей серии мы потихонечку дойдем до уже каких-то сайдовых заданий сюжетных. Я имею в виду дом с призраками. И что-то еще там интересное было. Связанное с предсказанием, что-то такое. Ну, потом под сериям покажу эти задания. Почитаем про них. Так, что здесь? Держи. Бандиты? Не проблема. Работаем. Спокойно, спокойно. Вон источник надо забраться. Ой, какие гадости он мне там говорит. Дети, не слушайте эту гадость. Ух ты, не вовремя репостнул его. Так, ты один остался? Ну, с тобой у нас уже разговор короткий. Ну, вот как-то так. И что же у вас за спрятанное сокровище такое? Письмо. Давай посчитаем, сразу квест взяли какой-то интересный. Так, это и было все самое главное сокровище здесь. Давай посчитаем. Кстати, я уже перегружен. Вот что интересно. Так. Хорошо, почитали. Задание дополнено. Найди спрятанные сокровища, которые даются в письме. Далеко они? Ой, совсем близко. Так, только давайте повыбрасываем всякую лабуду, потому что я перегружен. Мне это не нравится. Я буду медленный, как... Не знаю, кто... Все, так будет получше. В следующей серии надо будет сходить к каким-то торговцам. Обязательно. Так, ну хорошее место спрятать сокровище такое. Прям плаха такая. Так, давай смотреть теперь. Где и что тут? Вот, вижу. Вижу. Руда, малый глиф. Ну, ничего такого, что прям уж было бы дико интересно. Так, теперь давай сразу назначим себе место. Вот у нас... Вот здесь есть квест. Вот здесь вот есть квест. Соответственно, вот здесь вот есть квест. Поэтому я предлагаю вам в следующей серии. Хотя вот здесь могут быть вопросики. Ну да ладно, мы с вами к следующей серии дойдем сюда, начнем задание здесь. Затем перейдемся к этому сайдовому заданию. Затем посетим вот это место. И там уже в зависимости от развития событий пойдем сюда, к Кривоухилой Топи. С вами был Лэнбит Плей. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока.